Библейский портал экзегет.ру представляет. Одиннадцатая глава книги «Левит». Я читаю перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Ну вот начинается та часть книги, которая, ну, прям совсем неинтересна. Да? Предыдущая часть до десятой включительно Это были обрядовые всякие вещи жертвоприношения Жертвоприношение вещь достаточно важная И хотя его сегодня христиане не совершают Да иудеи не совершают Храма нет Но в нем некоторые принципы богослужения И вообще того, как человек приближается к Богу Путем обрядов Вот об этом мы говорили Комментируйте главы а Здесь пошла нечистота ну что такое нечистота? Но ну, мы все знаем, да, не надо там есть грязное с пола, надо руки мыть. Как раз в период пандемии очень нас хорошо обучают всем этим мелочам, но у них какие-то странные правила. И вроде бы они бессмысленные. Для иудеев, главы, начиная с 11 наоборот, невероятно важны, потому что они до сих пор эти ограничения соблюдают. Ну, знаменитое правило кашрута, да, то есть, э, не есть мясного и молочного, свинины не есть и некоторых других вещей. Э, зачем это для христиан? Казалось бы, абсолютно незачем. Но давайте не будем торопиться с этим выводом, а э, даже прежде, чем начнем читать, я хочу предложить вот такую простую идею. Э, вот э, что можно есть? Грубо говоря, можно есть то, что относится к какому-то строго определенному типу живых существ, и оно одновременно типично для этого типа. Да? Это не что-то такое странное, не похожее на всех остальных, а это вот оно как все остальные. У этого может быть два объяснения. Первое, чисто практическое. Ну, свинина в жарком климате Ближнего Востока быстро портится, морепродукты всевозможные, фрукты димары они, конечно, очень вкусны, но их надо уметь отбирать и готовить, и, кстати, портятся тоже очень быстро, а в пустыне вообще невозможно их доставить свежими. То есть, это то, что, в общем, скорее будет ядовитым, чем все остальное. Не ешьте этого. А все-таки в древности, мне кажется, были какие-то другие принципы. Один из них: вот, не, не размазывайте категории, ешьте только то, что принадлежит какой-то очень четкой определенной категории. Вот давайте на это посмотрим, а потом задумаемся, имеет ли это смысл для нас сегодня. Господь сказал Моисею Рону: Возвестите сынам Израилевым, вот животные, которых вы можете есть. Обратим внимание, что э, по принципу запрещено все, что не разрешено. Да? Какие же животные? Очень просто. Из крупных животных, обитающих на земле, вы можете есть всех копытных, у которых копыт раздвоенный, которые живут жвачку. Коза, корова, овца – вот самые распространенные животные, которых едят. Именно тот самый случай – двойной копыта и живет жвачку. Вот их можно есть. Из животных, живущих жвачку или имеющих копыта, не ешьте верблюда, хотя он и живет жвачку, но копыт у него нет ну, в общем, у него нечто такое не совсем копытное. И он не чист для вас. Дамана. Даманы – это маленькие животные, которые по скалам бегают. Хотя он живет жвачку, но копыт у него нет, и он не чист для вас. Зайца. Хотя он живет жвачку, но у него нет копыта, он не чист для вас. Здесь забавный случай в синодальном переводе. Но копыта у него не раздвоены, переводится на дальний перевод. получается, что у зайца есть копыта. Вот перевод российского библейского общества поправляет эту неловкость перевода. И свинью, хотя это копытное животное, копыта не раздвоены, но она не жует жвачку, она нечиста для вас. То есть дано общее правило и даны конкретные примеры применения этого правила, наиболее актуальные, да, те животные, которых человек с высокой долей вероятности захочет съесть в какой-то момент. Мясо их не ешьте, к их трупам не прикасайтесь, они нечисты для вас. Все просто и понятно. Хищные, кстати, исключаются начисто. Из животных, живущих в воде, из всех существ, что населяют воды, морей и рек, вот вообще вся категория, да, их очень много, ешьте тех, у кого есть плавники и чешуя. Опять-таки, вот когда мы скажем ребенку, нарисуй нам рыбу, что он нарисует? Он нарисует существо с плавниками и чешуей, да? Хотя есть рыбы без чешуи и плавников, угри какие-то, очень вкусно, кстати, копченые особенно. Я уж не говорю про всевозможных там, знаете, мидии, устрицы и прочих деликатесов. Вот это все запрещено. Плавники и чешуя, то есть такая типичная рыба. А те, у кого нет плавников и чешуи, суще, существа морские, речные, мелкие твари, снующие в воде, прочая водяная живность это мерзость для вас, это мерзость для вас, мясо их не ешьте, сдохшими тварями гнушайтесь. Все животные, живущие в воде, лишенные плавников и чешуи это для вас мерзость. Вот смотрите: два абзаца, и уже размечено все, что бегает по земле, и все, что плавает в воде. Что можно есть, что нельзя. А есть еще что летает? Вот тут сложнее сказать, что все, что с перьями и хвостом, но куча птиц, которые с перьями и хвостом, хищники, их мясо, в общем-то, не захочешь есть. Да? Вот птицы, которыми вы должны гнушаться, их нельзя есть, это мерзость. А дальше идет перечень по принципу «разрешено все, что не запрещено». Орел, гриф, ястреб, конюк, и коршун разных видов, вороны разных видов, филинс, ипуха, чайка и сокол разных видов, я баклан, совка, сыч, сова, скопа, а из цапли разных видов удота, летучая мышь. Ну, летучую мышь не будем настаивать, что не надо включать в список птиц, потому что здесь не биологическая, а, так скажем, эмпирическая классификация, то есть, как это люди обычно видят. Но что это за список? Это хищники и падальщики. Конечно, их на свете больше, но принцип понятен, да, то есть те, кто питаются мясом. А еще в воздухе летает куча всякого другого, не птичьего. Все мелкие летающие твари с четырьмя лапками – мерзость для вас. Но вы можете есть тех мелких летающих тварей с четырьмя лапками, у кого кроме этих лапок есть еще сгибающиеся ножки, чтобы прыгать по земле. И так вы можете есть саранчу разных видов, любую длинноголовую саранчу, сверчков разного вида и всевозможных кузнечиков. А все прочие мелкие летающие дворы четырьмя ножками мерзость для вас. Опять-таки, можно предложить рациональное объяснение, почему можно есть саранчу и кузнечиков. Во-первых, это высокобелковая пища. Да? Я никогда не ел, честно сказать, не хочу. Но на Ближнем Востоке их едят. Может быть, еще в связи с тем, что когда саранчаны летают, это огромные стада, которые сжирают абсолютно всю зелень. И, в общем-то, люди обречены на голод. Но можно наловить самой саранчи, ее зато много, и поэтому на Ближнем Востоке ее едят. Может быть, это причина, по которой сделано исключение, но заодно все, что похоже на саранчу, всякие кузнечики и сверчки, то есть то, что высоко прыгает. Да? Вот животные, из-за которых вы можете оказаться нечистыми. Кто прикоснется к трупу одного из них, будет нечист до вечера. А кто поднимет такой труп, должен будет постирать свою одежду и останется нечистым до вечера. Все копытные животные, у которых копыта не раздвоены, или которые не жуют жвачку, для вас нечисты, кто прикоснется к их телу, будет нечист. Все четвероногие животные, которые ходят на лапах, для вас нечисты. Кто прикоснется к трупу, одного из них будет нечист до вечера. А кто поднимет такой труп, должен будет постирать свою одежду, останется нечистым до вечера. Они для вас нечисты. Вот это, казалось бы, зачем? Но понятно, что трогать трупы животных – плохая идея, потому что они могут умереть от заразной болезни, там уже идут процессы гниения, то есть это антисанитарно. Да? Сегодня мы скажем, трогать любые трупы. Какая разница, труп свиньи или, допустим, труп коровы? Они в любом случае ну, не для того, чтобы с ними возиться. Да? Может быть, это вот такой принцип на дальних подступах поставить ограду, да? чтобы даже случайно не возникло желание, например отрезать от э, животного кусок и съесть его, потому что все равно кушать хочется, а мясо пропадает. Вот э, поставить такую четкую границу. Из мелких тварей, которые снуют по земле, для вас нечисты. А вот пошли всякие присмыкающиеся, насекомые, то есть то, что не животное, не птица и не рыба. Из, для вас нечисты. Список еще раз не совпадает с современной биологической классификацией: крот, мышь, крупные ящерицы разных видов, гекон, пятнистая ящерица, обычная ящерица, цинках и миллион. Замечу, что, кстати, всегда при переводах таких списков возникают большие проблемы. Мы не до конца можем идентифицировать многих животных, да ну, там, скажем, мышь, а вот геккон или пятнистая ящерица, ну, кто его знает, еврейские слова а это обозначают или что-то другое, ну, скажем, часть из этого перевода предположительно. Ясно, что всякие пресмыкающиеся. Это нечистые мелкие твари. Кто прикоснется к такой твари, уже издохший, тот будет нечист до вечера. Ну, предполагается, что живых и так трогать не надо, да, потому они, во-первых, убегают быстро, а во-вторых, они не нужны. На что такая тварь упадет, издохнув, то станет нечистым, будь оно из дерева, ткани, шкуры или мешковина. Понятно, ящерицы какие-то мышки периодически падают. Если эта вещь необходима для дела, ее следует погрузить в воду. Она будет нечистой до вечера, а затем станет чистой. Если одна из этих тварей попадет в глиняный сосуд, то его содержимое станет нечистым, а сосуд должен быть разбит. Но тоже довольно логично, да. То есть еда, в которой валяется дохлая мышь, или ящерица, вряд ли съедобно больше. Пища, которая была разрешена, и станет нечистой, если на нее попадет вода из него. Также и питье, которое было разрешено, пить станет нечистым, какой бы по сути оно ни находилось. Ну, то есть избегать любых контактов с этими животными, особенно с их мертвыми тушками. На что эта тварь, сдохнув, упадет, то станет нечистым. Очаг а или печку следует разрушать, они а не нечистые. Ну, получается, что у них очаги и печки были такие временные, очень простые. Русскую печь поди разрушь, и поди потом новую сложи, то есть не для северного климата. Нечистые они будут для вас. Источник жильяма, собранный в ней водой, сохранит чистоту. Но тот, кто прикоснется к дохлой твари, плавающей в этой воде, будет нечист. Опять-таки, логика какая? Но воды мало. И если, допустим, источник, но Периодически туда будут падать какие-то дохлые мошки, мышки, ящерки. Ну, не, что из этого вытекает? Ну, источник же у него свежая вода, собранная в яме вода. Такие вещи были у них, цистерна, куда собирали воду в дождевой сезон. Это, как правило, просто единственный источник воды. Ну или не единственный, но необходимый. То есть источников мало, и без них никак не обойтись. Если еще и здесь привередничать и уничтожать такую воду, то просто пить нечего будет. Если дохлая тварь упадет на семена, которые должны быть посеяны, они останутся чистыми. Но если она упадет на семена, залитые водой, они будут нечисты для вас. Ну, то есть, есть нельзя, сеять можно, понятно, да? Если животное, разрешенное в пищу, и сдохнет, то всякий, кто прикоснется к его трупу, будет нечист до вечера. То есть трупы любые. Кто поест этого мяса, должен будет постирать свою одежду и останется нечистым до вечера. Ну, Но тоже нормальное санитарное предписание не есть падаль да, животное, которое умерло от болезней, или даже было разорвано хищником, оно все-таки считается нечистым. Кто поднимет такой труп, должен будет постирать свою одежду и останется нечистым до вечера. Ну, то есть, нечистым до вечера, значит, до вечера он не может участвовать в трапезах, он не может быть, ну, вот, обрядовым, участвовать в каких-то обрядах принимать не может. Все мелкие твари, снующие по земле, это мерзость, их нельзя есть. Ну, понятно, насекомые уж совсем мелкие, просмыкающиеся. Не ешьте никаких мелких тварей, снующих по земле, ни тех, что ползают на брюхе, не тех, что ходят на четырех лапах или имеют множество ножек. Все это мерзость. Не оскверняйте себя никакими мелкими тварями, не становитесь нечистыми, не делайте себя нечистыми из-за них. А дальше слова, которые обычно очень любят, и в Новом Завете их цитируют. И вдруг в таком месте, вот всякая эта ерунда, Ибо я Господь, Бог ваш, будьте святы, храните свою святость, ибо я свят. Не становитесь нечистыми из-за мелких тварей, бегающих по земле. Бог свят, поэтому нельзя трогать тараканов. Слушайте, какая-то, ну, мне неприятная логика здесь, не так ли? Бог свят ⁇ это какое-то вот великое откровение, и вы будьте святыми, говорит священное писание. Да, конечно, мы будем святыми. Тараканов не трогайте. Слушайте, ну что это за безобразие? Ну, просто вот как-то опошлили великую идею святости Бога. Да нет. В этом, в общем-то, ключ к этим главам о чистоте в книге Левит. Бог свят. Человек должен быть свят. Но в книге Левит предполагается всего лишь ритуальная святость и чистота. Не более того. Будут другие книги, пророческие, где-то будет нравственная, духовная чистота. А здесь всего лишь не трогайте всякую гадость. Вот как младенца. Два-три годика ему говорят, не тяни в рот всякую бяку. И он должен этому научиться. А потом ему уже будут там какие-то нравственные нормы вкладывать в голову. Но если он привык с пола грязь всякую в рот тянуть, то надо сначала от этого отучить. Вот буквально книга Левит так и делает. И на каком, собственно, основании? На том основании, что Бог свят, а вы Божий. Поэтому вы не должны соприкасаться с нечистотой. Ибо я Господь, выведший вас из Египта, чтобы быть вашим Богом. Будьте святы, ибо я свят. Это закон о крупных животных, о летающих тварях, о всякой живности, снующей в воде, о всех мелких тварях, снующих по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, тех животных, которых можно есть, от а тех животных, которых есть нельзя. Вообще-то говоря, что такое культура? Культура – это система сдержек, запретов и предписаний. Не так ли? Любая. Система разные, но в основе каждой культуры вот это можно, а вот то нельзя. И начинаем мы действительно приучать своих детей с очень-очень раннего возраста, и это относится к физическим вещам, причем действительно первое, что мы объясняем, может быть, еще до того, как приучаем там на горшок ходить, это в рот не совать все подряд потому что это опасно, потому что это источник инфекции и так далее. Книга Левит поступает с израильтянами подобным же образом. Но разобравшись с тем, что можно, чего нельзя есть, это 11 глава, дальше она перейдет к тому, как быть с различными телесными состояниями, связанными тоже с нечистотой.